Приключения жуков. Таинственный пожар. Часть вторая. Клод, как ты мог оставить это увеличительное стекло перед окном? Из-за солнечных лучей может произойти пожар в лаборатории. Его надо передвинуть. Когда я шел сюда, я видел розовый куст с чудесными желтыми бутонами. Они прекрасно дополняют наш букет. Я стану великим специалистом по солнечной энергии! На помощь! На помощь! Пожар! Что такое? Что случилось? Сделайте что-нибудь скорее! Это ты устроил пожар? Нет, Спотти! Я бы никогда! Ты врун! Игра окончена. Смотри, что это такое? Доктор Гарланд, это я, Корки. У него мозгов меньше, чем у обезьяны, если он посмел появиться здесь. Как вы видите, я не убежал. Давай выясним правду о пожаре, Корки. Я не совершал этого, доктор Гарланд. Хотя меня обвиняют в этом. Я был в лаборатории, потому что пришел заниматься... Неужели, Корки, у тебя хватает совести врать даже доктору? А как насчет спичек? О, боже, я... Хорошо. Давай выясним. Если ты пришел учиться, зачем тебе спички? Потому что... Говори громче, я не слышу. Ну, я... Ну, ладно. Давай, говори, Корки. Ну, я был уверен, что корабль полетит. Поэтому я принес спички, чтобы зажечь свечи, на праздничном торте. Именно поэтому я их принес. Какой торт? Корки, ты не можешь праздновать успешный эксперимент, как день рождения кузины. Это же очевидно. Кого ты собираешься обдурить? Ну я говорю правду, я клянусь. Да, он еще ребенок. Между прочим, кто поставил сюда эту бутыль? Спотти поставил сегодня утром. Он знает, что вы очень любите эти цветы. Теперь мне все понятно. Понятно? Сейчас я хочу, чтобы мы прекратили обвинять Корки. Напрягите свои маленькие серые клеточки, чтобы найти виновника этого преступления. Вспомните все, что произошло сегодня, и вы найдете виновника. Еще не догадались? Хорошо, я подскажу вам. Завтра этот негодяй снова попытается устроить пожар. Вы это серьезно, доктор? Что? Он сделает это среди белого дня. Прямо в комнате? Да, но нам надо постараться, чтобы пожар не повторился. Я ударю его в живот, когда он повернется спиной. Ему от нас не уйти. Thank you.
доктор. Накройте голову, у вас может быть солнечный удар. Спасибо, Скотти. Очень благородно с твоей стороны. Но ни у кого нет идей? Это как-то связано с линзами? Он уже близко, я это чувствую. Итак, ребята, наш поджигатель здесь. Внимание, готовы? Идемте, поймаем его! Давайте, давайте! О, нет! Его здесь нет. Где он? Я посмотрю внизу. Это ты? Скорее! Я поймал преступника! Поспешите! Чего же вы ждете? Мы уже идем, Клод! Не дай ему уйти! Господа, вот виновник! Очень страшный, не так ли? А? Я не могу в это поверить! Неужели? Послушай, старина, у тебя сегодня все в порядке с мозгами? Я говорю вам, что это и есть преступник! Твоя голова правда не в порядке! Бедный Клод! Это же просто ваза, в ней только вода! Тем не менее, я утверждаю, что это она вызвала пожар! Посмотрите! Еще не догадались? Ну, я... Линза, как увеличительное стекло, все дело в этом! Что? Какая линза? Очень хорошо, Клод, отлично! Ты хочешь сказать, что ваза действовала как линза? Конечно! Клод догадался и обнаружил преступника, понятно? Но, наверное, не каждый контейнер с водой может вызвать пожар. Правильно. Чтобы вызвать пожар, контейнер должен быть из прозрачного стекла, иметь дно, как эта ваза для цветов. Можно с полной уверенностью утверждать, что это не просто ваза, а настоящая линза! Между прочим, я благодарен за цветы, но в следующий раз используйте керамическую посуду. Если бы мы знали больше о линзах, мы бы догадались сразу. Верно. Прошу запомнить, что все, что угодно выпуклой или вогнутой формы, может фокусировать солнечные лучи на заданной точке. Поэтому они являются линзами. Понятно? После вашего объяснения понятно. Я рад это слышать. И надеюсь, ты не будешь больше обвинять друзей. Понятно, Спотти? Спотти, ты собираешься стать специалистом по линзам, но пока мы просто вынуждены признать тебя виновной стороной. Оказывается, это была твоя вина. Ой, жжет! Сегодня мы провели настоящий эксперимент, в отличие от чистого научного исследования. Не мог бы ты убрать вазу в безопасное место? Конечно. Спотти, этот день был очень поучительным для тебя. Сегодня ты узнал больше, чем за год учебы. А теперь исследуем эту линзу. Та самая линза, которая даст энергию кораблю. Поэтому пора отправиться в полет. Мы можем взять курки с собой? Конечно, мы же обвинили его по ошибке и должны загладить свою вину. Корки, я прошу прощения за то, что обвинял тебя. Ты прощаешь меня?
Thank you.